такая сокомандно-звездная пара. И сейчас посмотрим, как они будут бороться. 2 46-х. Одна куплена буквально на прошлой неделе, вторая построена с нуля. Готова. Вторая... Так, извините, Миллер лидирует, Косогов преследует. Есть близко, Косогов ставится к Миллеру. Перекладка. Чуть-чуть опаздывает Косогов. Тем не менее, держится в заднем крыле у Миллера. Подъезжает чуть-чуть к двери. Синхронно перекладывается Косогов, отпускает своего лидера. И здесь напрыгивает на... Ай-яй-яй, допустил еще до угла. Добавление угла, а Александр Косогов... Есть старт. Косогов лидирует. Миллер преследует. Постановка. Миллер далековато. Перекладка синхронно. Миллер запрыгивает на дверь Косогова. Близко. Попадает прямо в дверь своим колесом Александра Косогова. Синхронная перекладка Миллер. Синхронная перекладка Миллер. Близко за Косоговым. Миллер. О-о-о, вот это заезд. Ай! Удар. Вячеслав Боровицкий голосует за Максима Миллера. Сергей Сытер голосует за One More Time. А Валерий Шевелев отдает свой голос Максиму Миллеру. Максим Миллер проходит дальше. Есть старт. Максим Миллер лидирует. Ророговский преследует. Близко Ророговский ставится. Чуть-чуть внутрь. Отпускает своего лидера. Подпрыгивает. Заднее крыло Максима Миллера. Миллер широко при этом едет. Есть первая зона. Близко Ророговский. Еще раз перекладка, но опаздывает немножко с перекладками Ророговский, хоть находится и близко в базе Миллера. И, ну и здесь расстояние такое в корпусе. Хотелось бы видеть ближе. И судьи готовы, пилоты готовы. Есть старт. Ярослав Ророговский лидирует. Максим Миллер преследует. Есть постановка исполнения Максима Миллера. Перекладка синхронно в базу Ророговскому Миллеру. Что творит Миллер вторым? Близко перекладывается Миллер. Еще раз близко и синхронно Миллер. Просто сжирает своего соперника, свой лидера Миллер. Оттягивается на траекторию Ророговского Миллер. Но показалось, как будто закрыл ему заезд. Вячеслав Боровицкий голосует за... Ростислава Ророговского, Сергей Сытер за Максима Миллера на тоненького очень. И Шевелев хочет еще раз посмотреть эту пару. One more time. Итак, есть старт. Максим Миллер лидирует. Ростислав Ророговский преследует. Ставится Миллер. Ророговский далековато. Опаздывает с перекладкой Ророговский. Миллер широко едет первую дугу. Ророговский держится на хорошем расстоянии. Здесь близко Ророговский, но опаздывает с перекладкой. Еще раз близко, почти синхронно Ророговский. Миллер при этом широко проводит заезд лидером. Очень сильно Ророговский отстает в третьем. Ростислав Ророговский лидирует. Максим Миллер преследует. Близко Миллер. Ставится близко Миллер. Синхронная перекладка. Миллер запрыгивает в базу к Ророговскому и остается там. Чуть с меньшим углом едет Миллер, подталкивает Ророговского. И выезд на финишную дугу. Также близко, ближе. Даже Миллер проводит за Ростиславом Ророговским. Максим Миллер проходит дальше. Готовы, пилоты готовы. Есть старт. Иван Колобов лидирует. Максим Миллер преследует. Кокс срывается Колобов. Синхронно ставится Миллер чуть-чуть дальше. Синхронно перекладывается Миллер. Заезжает прямо в базу Максим Миллер к Ивану Колобову. Держится у него прямо в двери, протирая ее колесом. Есть перекладка. Чуть-чуть опаздывает Миллер. Отпускает лидера. Перекладывается синхронно и прилипает к нему прямо в двери. До самого финиша. Точнее, в заднем крыле, если быть... И есть старт. Максим Миллер лидирует. Иван Колобов преследует. Ближе ставится Колобов. Перекладка. Колобов запрыгивает в базу Миллеру. Но Миллер здесь был вроде бы ближе. Миллер при этом едет широкую дугу. Колобов близко. Перекладка. Синхронно Колобов. Еще раз синхронно Колобов. Но тут чуть-чуть отваливается Ваня. И здесь также настигает свой соперник. Эй! Отваливается Ваня Колобов. Максим Миллер проходит в топ-4. Судьи готовы, пилоты готовы. Зрители, вы готовы? Есть старт.
Трэш лидирует. Миллер преследует. Постановка близко, Миллер. Отпускает, перекладка близко, запрыгивает Миллер, базу к Трэшу. Такого еще сегодня не делал никто. Близко Миллер сопровождает своего соперника. Близкая перекладка, Миллер чуть отпускает, но внутрянки. Вот это перекладка в исполнении Миллера. Заезжает в базу к Трэшу и проводит его прямо на финишную линию. Пилоты готовы. Есть старт. Миллер лидирует, Трэш преследует. Постановка, Трэш чуть дальше, перекладка. Трэш запрыгивает в базу к Миллеру. Миллер при этом рисует широкую дугу. Трэш близко, давит Максима. Перекладка близко, Трэш чуть-чуть ближе. Здесь далеко, Трэш внутри. А чуть-чуть дальше Трэш находится за Миллером. Но здесь подъезжает прямо в дверь и подталкивает его прямо до фини. Валерий Шевелев голосует за One More Time. Вячеслав Боровицкий голосует за Ярослава Трэша. Сергей Сытер отдает свой голос Максиму Миллеру. И мы еще раз посмотрим заезд этой пары. Ух, поехали! Ярослав Трэш лидирует, Максим Миллер преследует. Есть постановка, Миллер близко, перекладка запрыгивает прямо в базу к Трэшу Миллер. Очень резко толкает его прямо в дверь Миллер. Вот это заезд! Здесь перекладка близко, Миллер! Еще! Ой, вот это отработал Миллер! Перекладку за Трэшом! Дайте успокоительного, я не могу! Кадры наши все. Итак, Максим Миллер лидирует. Ярослав Трэш преследует. Есть постановка. Трэш отваливается немножко и не удается напрыгнуть на Максима Миллера Трэшу. Миллер проходит широко первую дугу. Здесь Трэш уже в базе, перекладка близенько. Перекладка, среднее расстояние, опять отпускает Миллера и здесь аж настигает его. Ну и, конечно же, прямо в двери Максим Миллер проходит финал. К финалу! Есть старт, Миллер лидирует, Дрифтовский преследует. Синхронно ставится Дрифтовский близко к Миллеру, перекладка близко, запрыгивает прямо в заднее крыло к Миллеру Дрифтовский. Подползает к двери и не отпускает его до самого выхода с первой зоны. Близкая перекладка Дрифтовский. Вот это да! Чуть-чуть отпустил Миллера. Здесь будет догонять. Он настигает своего соперника Юрий Дрифтовский и провожает прямо через финишную линию. О-о-о. Итак, пилоты готовы, судьи готовы. Есть старт. Дрифтовский лидирует. Миллер преследует. Постановка. Миллер чуть отпускает Дрифтовского. Запрыгивает с перекладки прямо в базу. В дверь! Вот это да! Как точно это сделал Миллер прямо в дверь. Перекладка чуть-чуть с опозданием. Миллер не отпускает Дрифтовского близко. Миллер перекладывается, держится прямо в базе у Дрифтовского. Ай, я не могу, у меня заканчивается голос. Прямо. На втором раунде Битлук Pro M Drift победу забирает Максим Миллер! Вот это настоящее соперничество на трассе. На трассе пободались и обнялись. Вот это круто, это настоящий спорт. Ну а теперь приготовьте максимально свои глотки. Но не для того, что вы подумали. Победитель второго раунда Битлук Pro M Drift Максим Миллер! Хорошо!